Всем привет! Вы на канале Николи. Мы приехали на площадку в Коп! И мы немножко порезвимся и еще за покупками пойдем. Это наш постоянный магазин, где мы совершаем покупки. До этого здесь площадочки не было. А теперь очень здорово, приходится одновременно и здорово, и хорошо, и не очень, потому что нам все время надо брать детей, потому что они просятся на эту площадку. Но совершать сами покупки это очень и очень сложно. Ох, слушай, какая штука прикольная. Любопытненько. Папа, что это такое? Это качельки такие. Паутина. Паутина называется? Туман такой с утра был, и все сейчас такое влажненькое-влажненькое. Пока туманчик сел. И горка у нас мокрая. И Мишка у нас уже без одного звоночка. Отодрали дети звоночек. Дозвонились. Бум. Все. О, дынь. А ну-ка, папа, разгони. Папа, дай. Тоже? Давай, садись. Я хотела бы лежать, но так мокро. А я боюсь, я стукнусь. Ох, и мне еще тоже экстремалы. Лиса там болтается, как колбаса. Лиса, ты колбаска? А Лиска колбаска. Ой-ой. Ну как, экстремалы? Космос... Ай, мои ушки. Да, вот так я думаю. Космос готовы? Сильнее. Сильно-сильно, пап. Вот так. Все кушать макароны. Так, детка, мама, где, кто у вас тут? Приготовили еду в домике? Да. Где? Тут. Ну давай, накрывай на стол. Садись, да. Мама. Садимся. Папа, садись рядом с Алисой. И я тоже. Рядом с Алисой. Тут банан все есть. Так, где? Давай, Алиса, где накрывай. Еда? Тут уже можно. Уже? Открывать. А что лежит? Банан и апельсин. Все стоит. Да, а макароны есть? Да. Бон аппетит. О, грация. Побегайте в жамки. Давайте в жамки. А, Николь вылазит через окно. Убежала. Побежала в замок. Догоняй быстрее, Алиса. Догоняй, Николь. Догоняй. В общем, сетка самый интересный аттракцион на этой площадке оказался. Вы опять валяетесь тут? Какой инструмент интересный. Папа нашел себе занятие. Так, ну что, кто у вас тут выиграл? Ты этот повернешь и выиграл. Давай. Я. Алиса ворвалась. Вот так. Есть. Нет, нет. Николь, ты перфекционист. Все развернула. Все в одну сторону развернула. Ага. Так, давай, начинай. Я крестик или нолик? Да, крестиком это. Алис, ты кто? Ты крестик или нолик, Алис? Со мной. Нолик. Значит, да, с тобой. Хорошо. Нет, мой ход, Алиса. Алисе все равно, чей ход. Так, Николь там что-то сделала. Молодец, у кого, собрала. У тебя? Смотри. А ну-ка. Да, Николь, ты была крестиком. Да. Да. Видишь, обыграла папа. А папа ноликом. Да. Вообще, с Никушей очень сложно играть. Она всегда выигрывает, потому что у Никуши очень хорошо развита логика. Я догоняю Алису, а Николь меня догоняет. Теперь ты меня догоняешь. Я тебя догоняю, ты папа. Я
меня догоняет. Нет, мы все двое Фаты догоняет. Иди там. Ладно, ты здесь проходи. Да, да, нет. Здесь. Он ты выявит. Алиса догоняет, и как только у нее есть возможность поймать, она убегает сразу. Папа, я устала. Ты устала? Папа, я устала. Папа, она устала. Лови папу. О, поймала. Ну, она меня поймала. Да? Зайка, ну-ка на попу не садись, пожалуйста. Она мокрая очень. Ух, да, она скользкая, невероятно. Папа, еще хочешь? Ну, давай, давай. Алиса, ты хочешь? Ты хочешь, Алиса? Давайте. Я как-то не сильно волнуюсь. Я боюсь. Давай. Я больше не буду, мне как-то слишком страшновато. Ну, что-то вас так много, я не успеваю за вами. Догнала! Николь поймала меня. Догнала. Теперь нас догоняет Алиса! Алиса нас догнала. Папу. Папа, убегай. Теперь, а, догнала Алиса. Теперь мы догоняем Алису. Нет, Николь. Николь. Нет, нет, Алиса. Я вас обоих догоняю. Маму. Маму, давай маму догоняем. А ну-ка, ну-ка. Догнали. Папу! Николь! Папу! Мальчишки резвятся тоже. Хохочет. Мальчики! Мальчики! Алиса, помоги, как я его достану без тебя. Пойдем в магазин. Не, едем смотреть куколок, который будет двигаться. Она долго ехать? Нет, рядышком. А где сколько минут? Минут 5, а потом прогуляемся по улочке, где у них ездят машины, которые уже украсили к Рождеству. Пойдем. Ура, будем мы играть. Да. Так, вот здесь в нашем городишке все готовятся к Рождеству, и все персонажи рождественской истории сейчас мы увидим. Grazie per l'offerta. Tanti auguri. Говорит, спасибо, с праздником всех поздравляю. Алиса? Тоже будешь бросать? Держи. Не хочешь? Вот сюда. Давай, овечка будет сейчас тоже говорить тебе спасибо, с праздником. Вот сюда. Вот умничка. Grazie per l'offerta. Tanti auguri. И сейчас мы увидим красивое-красивое представление рождественской истории. Но, правда, здесь очень много людей. Сейчас мы будем протолкнемся как-нибудь. Начнем съемку. Сейчас ночи. Все жители спят. Загорелись огонечки. Вот. Пастела комета! Вон летит звезда. Perché Giorgio ancora piccolo, mamma? Come ci fai? Dai, io sono bambina. La bambina.
Звездочка летит. Очень красивая. Астана комета. Маленькая. Уже больно расцветали. Делает такие истории, представляются в маленьких персонажах. Звездочки мерцают. Да, курочки клюют. Солнышко восходит. Каждый начинает заниматься своим делом. Все жители просыпаются. Вот и солнышко восходит. Лавка, все как по-настоящему. Такая маленькая по сравнению с моей рукой. И опять темнеет, вечереет, и все ложатся спать. Вот он, малыш, лежит в яслях. Все куколки шевелятся, живые. Один день закрытки. Все зажглись огонечки в домах. Один день закрытку, потому что папа любит. Что писать? Один день закрытку, потому что папа любит. Да, да. Такая вот очень красивая. Представлена рождественская история. Так, у нас тут красная дорожка наша. Жалко, огонечки еще не так темно, не сильно видно. Ну да, когда стемнеет, будет видно все эти фонарики, как они светятся. Это пешеходная зона. Сейчас мы пришли тоже посмотреть, что-нибудь выбрать. Все витрины уже украшены, готовы к встрече Нового года. Ну, они так все красиво ставят. Да, все так очень красиво. И купить. Да. Мы зайдем в гости к нашим знакомым, которые здесь есть. Ярмарки начинаются. Столько всякой красоты. Вот это да! Колокольчик, Дедушка Мороз. Вау, у меня какие есть маленький красивые? Золотой перчик. Перчики? Ну да, у меня есть маленький-маленький золотой перчик. Все готовятся. Сладковато. У вас они в руках, я Тут по тюрьме немножко, и фонарики очень хорошо видно. Красивенько так. Градусник показывает 13 градусов, но при этом хочу сказать, что очень холодно, потому что повышенная влажность, и ты как будто в холодной воде держишь руки. Так, мы идем в гости, надеемся встретить нашу знакомую. Вон она стоит на Маше, это на сегодня. За прилавком будет нам показывать всякую красоту Ванасея.
Лена. Привет, привет, как? У вас так вкусно пахнет. Чао. Bene? Sì. Bellino. Bravo. Grazie, grazie mille. Ti piace? Sì. Oh, brava. Attenzione che non sei. Guarda, c'è la giostrina. Покупаем сладкую вату. Покупаем сладкую вату, конечно, которую очень хочет кто? Все. Я тоже хочу. Ты тоже хочешь сладкую вату? Сладкая вата. Кроме мамы. Ой, сладкая вата. Жущая, красивая. Бежи. Вкусно, а не кушай. Зайка, ты, наверное, объедай сверху, потому что снизу сейчас ты объешь, и она шлепнется. Давай моей Алисе сейчас дадим. Нам? Да. Смотри. Да. 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 Да.